Что, Витя? Виктор, победитель. Сдаешься? Русские не сдаются, Давид Михайлович, особенно когда... Пьяные. Особенно когда играют против олигарха. Очень хочется вернуть награбленное в 90-е. Не называй меня олигархом. Бесит. А как же мы тебя называем? Весна, король России. Ну ладно, кошмар. Вскрываемся. У меня флеш. Дядя, мы с тобой не виделись лет 20, а ты так и не научился играть в покер. Каре, это сколько тебе надо будет мяса продать, чтобы со мной рассчитаться? Фуры. Привет. Вовремя ты тормознула. Внимательнее нужно быть за рулем. Обойдусь без твоих советов. Вик, я тут подумал и решил. Я готов принять этого ребенка. Буду воспитывать как своего. Ты знаешь, я тут подумала и решила. Я не хочу больше тебя видеть. Уверена? В таком случае мне здесь больше нечего делать. Я уезжаю. Тихо. Рядом с женщиной всегда должен быть мужчина, на которого он может опереться. Если встретишь такого мужчину, дай ему мой номер телефона. И вот здесь после этого случая я больше с усатыми не целуюсь. Руки убрала. Быстро отошла от моего мужа. Марин, ты чего? Ты что, думаешь, я слепая? Катя! Ты опять, да? Катя? Опять? Мурлык, ну мы же разобрались. Ну ошибся, ну с кем не бывает. А зачем она вчера звонила поздно? Так у Феди вон скоро день рождения, она звонила посоветоваться. Довольно? Испортила Феде сюрприз. Ну. А это что такое? Тоже сюрприз для Феди? Нет. Это ты, наверное, принес. Да? Да. А почему это лежало в твоем ящике с носками? Дениса не держала. Решила у меня мужа отбить, да? Марин, ты что, с ума сошла? Тихо. Что ты еще говоришь? Ты думаешь, я не вижу вашей тихоньки? Ребят, сделайте мне кто-нибудь бутерброд с тунцом. Сейчас сделаем, то есть идем. Ты сказал, что уезжаешь. Ты опять меня обманул? Как это мне? Я точно знаю, что это мой ребенок. Знаю, знаю. Я лично слышал, как ты это сестре говорил. Поэтому я стоюсь не ради тебя, а ради меня, не Максим Человалова. Классно звучит, правда? Отвратительно. Чего, привыкнешь? Мы, кстати, с Евгением Максимовичем считаем, что тебе нужно прекратить ездить за рулем. Это опасно для ребенка. Зачем ты его взял? Кого? Как ты мог? После всего, что между нами было. Во-первых, между нами ничего не было. Во-вторых, мне нужен повар. В-третьих, у меня отличное настроение. О, походу, хряпнул с утра. Витя! Короче, он будет здесь работать. Иди работай. Шеф, ты что, ты такой радостный? Неужели Спартак победил? Да бог с ним, со Спартаком. Я победил. Наказал одного олигарха в покер. Шеф, много вы выиграли? А кто тут Виктор Баринов? Я. Я Давид Михайловича. А вот и мой выигрыш. Забирайте. Не понял. Говядина в коробках, свинина в тушах. Не понял. Деньги где? Он мне денег должен. С деньгами сейчас туго. Забирайте. Хлебать мой сын. Шеф, да вы теперь мясной король. Шеф, в следующий раз играйте с директором ликеро-водочного завода. Из Бордо.
модели. Кать. Прости, пожалуйста, неудобно как-то получилось. Олег, чему у себя в носках прятать? Удобно получилось? Ну что, фетишист? Простил тебя там, Маринка-то? Да вроде да. Ну как в отпуск вышел, прям не продохнуть от нее. Вот дает. Сколько же можно мне звонить-то? Где Мурликом? Где Мурликом? Котик работает, да. Да, кис-кис. Шеф, ну нужно срочно что-то делать с этим мясом. У него срок годности месяц. Лёва, я же тебе денег должен. Не к спеху. Нет, Лёва, нет. Ты знаешь, что Бариновы как Ланнистеры. В смысле? Всегда платят свои долги. Не надо, не будет на меня. Выбрось сейчас. Есть идея провести в ресторане акцию «Месяц Прованса». Кто съест 2-килограммовый антрикот, может за него не платить. Гениально. Жаль только, что наш усатый генератор случайных идей не знает, что смысл любой акции в ресторане – это получить прибыль, а не заниматься благотворительностью. Витя, ну серьезно, странная какая-то акция. Люди будут съедать все наше мясо бесплатно? А ты думаешь, так легко съесть 2 килограмма мяса? Давай поспорим. Витюша, а ты мазохист? Любишь проигрывать? Настя, я отъеду на пару часов. У меня йога. Может, тебя подвезти? Верни ключи и документы на машину. Я вас поздравляю. Вместе с ключами вы выиграли возможность прокатиться с самолетным полом. Какой же ты придурок, а? Здравствуйте, я хочу вызвать такси. Учись, пока жив. Ешь, ешь. Моя младшая дочь больше съест. Ну так что, я ввожу акцию. Вводи, вводи. Но если я приведу человека, который съест твой антрикот, акция прекращается, понял? Мишаня, ты мазохист. Любишь проигрывать, а? Тушься, тушься, тушься. Молодец, сарделька. Ну что? Че? Твоя истеричка успокоилась? Кто истеричка? Я истеричка. Ты что тут делаешь? Я теперь тут работаю. Кем ты работаешь? Уборщицей, ты менеджер. Марин, что люди скажут? А что люди скажут, когда узнают, что у моего мужа шуры-муры на работе? Марин, у меня нет никаких шур-мур на работе. Я теперь буду тут работать до конца отпуска, понятно? Нет, ты вообще... Ты зачем меня на работу взяла? Ну, чтоб не говорили, чтобы у местных работу отбирать. А еще мне интересно, чем закончится этот сериал? Ай, пошли, стиралку покажу. Убирай теперь.
Что ты здесь делаешь? Ну, кто-то должен отвезти тебя на работу. Все нормально? Семейный разбор. А вы муж Вики? Нет, это просто мой водитель. А, это Вика шутит? Ха-ха-ха. Так, Вики, слушай, какой водитель? Ты что говоришь-то, а? А, ну, забыла, прости. Просто гумор. Это же гораздо круче. Ты меня стесняешься? Макс, что ты несешь? Просто уйди. Любимая, жду тебя в машине. На работу надо возвращаться. А то хозяин отеля уволит. Это она у меня в отеле работает. Шутка такая. А у вас свой отель? Да. Ресторан. Но начинал я водителем. А угры, чтоб ноги его больше не было. Зашибись. Тебе под ноги смотреть не учили? М? И что ты опять завелась-то? Я завелась. Она специально мое ведро пнула. Да отстань ты уже от нее. На скате ничего нет и не было. И не будет. Да, конечно, не будет. Почему ты сразу не сказал? Не было, нет и не будет. Почему я за тебя должна это говорить? А может, ты все-таки ее хочешь? А? Да что ты заладила? Ты вообще, что ли? Дура! Ненормальная! Андрей Кот, а я прованс по акции. Брифинг заказал. Давайте, давайте, Николай Валерьевич, совсем чуть-чуть останется. Вернусь, доем. Мне в кустике надо. Теперь я дура ненормальная, оказывается. Не плачь. Все хорошо. Ты его любишь, а он? Да дебил он! Марин, тут такое дело. Что? Что он тебе что-то сказал? Я когда тебя увидел, понял, что такую девушку надо ценить и любить. А когда в глаза твои смотрю, понимаю, что в этих глазах мой баркас и потонет. Чего? Понял? Сень, а я тоже не поняла, ты знаешь, он меня сам стал целовать, про какой-то еще парказ говорил, Сень. Вот за твой. Вот денек какой выдался. И друга потерял. И жену. Сень. Понял ты? Понял, нет? А? Сень. Сенечка, он сам начал. Все нормально. Сенечка, милый мой. Сенечка, зайцу, пасни мне. Секунду. Костя. Поголодались после йоги? Очень. И я подумала, что ты с удовольствием угостишь девчонок ужин. Это же твой ресторан. Да что там ресторан? Отель. А вот и хозяин этого великолепия. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У вас так красиво. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста, извините за мой внешний вид. Люблю готовить, это моя страсть. Да и за подчиненными нужно присматривать. Добрый вечер. Бутылочка красного вина. Шато Гроссе. Лучшие в нашей напитке. Ой, ну вы нас прям балуете. А беременным разве можно вино? А такое дорогое можно. И потом бутылочка на шестерых. Что не будет? Ну что ж, приятного вечера. Надеюсь, вам вас понравится.
Дорогой, спасибо тебе за твою щедрость. Девчонки, ну, заказывайте, не стесняйтесь. Счет отдашь Лаврову. Тюнга-чанга прыгал. Ой-ой. Там 130 килограмм юмора передо мной сидит. Сейчас вернется и доест. 120. Николай Марьянович, вы тут? Николай Марьянович! Николай Марьянович, с вами все хорошо? Николай Марьянович! Николай Марьянович. Доктор, а что с ним? Ну, полагаю, микроинфаркт. Исследование покажет точнее. Распространенный случай. Всему вину, конечно, переедание. Нужно себя сдерживать. Вы, кстати, тоже имейте в виду. Я да. Префекта до инфаркта довел. Это надо же. Не гнушаться и рисковать человеческой жизнью ради сиюминутной победы. Ай-яй-яй. Пари продолжается. Да-да-да. Приятного аппетита. А можно еще десерт? Козел, Софи, дури мне все. Ну что, больно? Ты как сам думаешь? Да я думаю, больно, у меня тяжелая рука там. Да? Да. А давай-ка еще сторож втащу разок, а? Табличный. Да ладно, Фед, не обижайся, просто я увидел, как ты ее целуешь. Прямо сатанил что-то. Животное. Вообще так не договариваюсь. Ты должен был. Я знаю. Сенечка, зайчик, я уволилась, как ты сказал. Машине жди. Ты сволочь, еще раз к моей жене подойдешь. Сень, я жду тебя. Круто, да? Обязательно меня пинать было, а? Ну ладно, извини, я же в образе. Катька, вообще, как ты до этого додумалась только? Ну, я же женщина. Да ладно. Прикинь, даже девочки ношу. А, ну хотя ты знаешь. И по 20 тысяч. Остальное буду отдавать за оплату. Сколько я должен еще за ужин? Да не бойся, балда. Они заказали антрикот по акции и съели его. А если его съедаешь, то за счет можно не платить. Угадай, кто ему это посоветовал? Круто, спасибо. Я хочу, чтобы ты ушел. Из ресторана? Из моей жизни. А что, если я этого не хочу? Ребенку нужен отец. Нужен. Но не ты. Так я все равно никуда не уйду. В таком случае я сейчас пойду к Вите и потребую, чтобы он себя уволил. Если не уволит, уволю сама. Макс, я про вино забыла. 65 тысяч. 10 минут остается до конца матча. Амкар Мордовия по-прежнему у нас 0-0. И пермики идут в очередную Витя, атаку. Надо поговорить. Вика, отойди, мне ничего не видно. Мало что у них получает. Я не злюсь только потому, что там играет Амкар с Мордовией. Но больше так никогда не делай. Чего хотела? Витя, я хочу... Нет, я требую, чтобы ты... Что-то с ребенком? Да. Он пошевелился. Первый раз. Представляешь? Да. Поздравляю. Чего хотела? Мы все хотим казаться сильными. Но всю жизнь ищем человека, которому не страшно будет признаться в своих слабостях.
is further. Wishes that I seem to hold, buried in my heart and in my soul, will unfold. В те моменты, когда второй половинки нет рядом, наша жизнь бессмысленна. Мы тратим ее на всякую ерунду. Начинай! В сердце клуб всегда один, ЦСКА, и победим. Витя, Витя, ну давай, ну соберись, тряпка, ну. Давай еще раз. Мы все хотим казаться сильными, хотя на самом деле состоим из своих слабостей.